Всем привет, это топ солнечная Таляна Проводи, моя подружка. Никакая подружка, я мне уже поругали. Моя подружка. А ты любой бренд ребенок, если например, бренд, как ты города Питера, ну видишь, ну что, ну так у тебя есть сисечки, но у меня их нету. Это ж хорошо, когда есть сисечки. Как я устала уже за Жанечка, моя девочка красивая, ты устала? Сегодня София тебя и в парк сводила, сейчас водички попью, сейчас умоемся. Джорджо, море, лаква. Едем к Карлосу. Аква пер кане. Я воду этот, голову помыла. Не укладывала ничего. Скуда, море, мама, гварда, гварда, дядро. Давай, бери. Открывай. Это же. Ой, мама. Будем делать сейчас мясо, да, Сонечка? С мамочкой. Да? Дивизия на фоне. Какие? Покажи, как она. Я мисю стаматина на кофреска. Николя? Она пить, когда она рыбомбит. Она хочет спать. Я ходила дома до парку. Подожди. Сэнди, попила? До парку я... Банку? Не хочет. Она вообще пила? Она пила? Баста. Come qua, questi capelli non mi piacciono. Ma dopo il parco, siamo andati a casa, mi chiama Carlo e lei stava dormendo nel passeggino. Marina, proprio te la portavi a dormire. Andiamo, va bene, siamo andati. Ho provato a dormire in macchina, siamo arrivati al supermercato. Ma звонил Карло, предложила, они были в парке. Ты же на русском разговаривала. Говори ты, que io sono stanca di russo, italiano, rumeno. Говори, ты на русском устала. Говори, ты понимаешь. И говори ты это самое. София, поехали с мамой и с Джорджиком ко мне. Она только спала. Она, собачка только заснула. Где пассажина? Casa, come porto qua. Вот, и это самое. Разбудила. И они поехали, разбудили и собачку, поехали, скупились. Посмотри, как жарко тебе. Ну, какой столи на флаге. Мама, си, мама. Кому ты гварна. Любишь, да, Сон? Ну, куда, ну, блин, листы будут? Ай, метим бука. Ну, так будут потом педоки. А вольте, ну, миренду конту, когда мне метим лингу в бука. Так у тебя потом будет там червячки. Она сама делает. Бедненько, сейчас будешь играться. А мне что, сегодня вечером отоспится? Просто что же. И завтра на море вы во сколько едете? А в 3 матрина. И приедете? Нет, в жорно. А, ну так это классно. И потом, когда ervamo macchina, Карло voleva che scendevamo al supermercato, lei stava. Не, ну правильно, купили в супермаркете. Sì, ma lei non poteva. Смотри, как она ложится на тебя. Говорят, девочки, там я вчера читала комментарии, написали, говорят, боже, что вы с этой собакой возитесь? Девчонки, мы ее любим. Мы и бити. Я не буду говорить другие слова. Блять, ты сейчас меня троллишь. Это слово нельзя говорить, мозги можно. Не кричи, кошка. Я не кричу, мне просто, понимаешь, мне просто смешно, потому что ты постоянно путаешь. Мозги, мозги, это червяк. Я не говорила мозги. Так мозги можно говорить. А. Она постоянно, первое слово скажет. Я не говорила скажет. Мозги. Так мозги можно, мозги это червяк. Как вчера так попади Джорджа. Джорджа фа. Come si dice Florin? Come si diceva adesso молодец? А как ты это? Так, я забыла слово. Как на слово? На русский? На русский. Так, сейчас. Пиздец, звездец. А, вспомнила, звездочка. Ma cos'è questa lingua aperta? Жарко, жарко, жарко. Жарко. Девочки, мы любим собаку, поэтому так и получается, что собака это... Ну, видите, как меня вот здесь повысыпало. Вот это вот, это я бороду беру. Ничего. Девочки, что не говорите, ну, капуста свое дело делает. У меня желудок сверху вообще просто освободился. Я взяла картошка, в мундирах у меня была отваренная салат, взяла огурец, взяла лимон. Сейчас мясо сделаем. Да, что вы взяли из мяса? Я не манжу, я карни, соло петто ди поно манжу, но мне пьячат. А взяла растичану, да? Alla rete non c'è la sticciana, non so, a parte che magari il carro l'ha trovata. Ma questi magazzini non c'è più la sticciana, perché? No, io poi ho preso tipo. Niente, no, niente. Abbiamo preso la pasta di stasera. Io famiglia prima di uscire. No, prima di andare al parco e dopo. Ну, ecco, понятно дело, что она играла, se non запачка. Да, да. Ничего, сейчас там траву обрежут, будут играть там, ну не играть, полежать. Можно будет, и все. Она будет спать. Резиночка не сильно, София, и завязывает все-таки. Вот эти резиночки. Я его не quella... Ты не можешь mettere solo quella con il fiocco, gli fai male. Нет, я же не тяну их. Sì, ma dopo gli strappi il pelo quando gliela levo.
Да? Sí. А я... Ты хочешь до покойного крупка? Вообще, я смотрела, женщина сказала, когда они делают эти резинки, они их не снимают, они их разрезают и выкидывают. Да, деньги есть. Ну, так женщина. Такая собака, как ты хотела. Значит, одевай надо... вот это. Значит, челочку надо здесь сверху, Марина, стричь и все. Её, ну, о, тоже. Кстати, еще мне надо, чтобы ты мне сейчас на телефон поставила ли фотографии, которые я хочу. Шарочка, мне... А надо есть фотка у меня с Шанелью, чтобы ты мне поставила на заставку. Да. А куда они ушли вдвоем? Карла рутила на макине, я же делала фотографии. Есть там моя телефон. Блин. Мы, я люблю Шанель, поэтому я с ней вожусь. С коляски мне удобно. У нее маленькие лапки. Там девочка правильно написала, что у нее тоже Йорк. Мне очень нравится. И мне нравится. Что Йорк тоже девочка этот, собачку водит, сносит на руках, потому что это будет, она будет. Мария, ходить, давай попозже. Сумку. Говорю, а что тебе Джорджу не нравится коляска? Стыдно ей? Вергоня? Да, но что-то попортала, я не знаю. Иди к мамочке, иди. Мама, ну, мама, давай иди. Господи, что ты стрели мне, блин, в ухо орешь? Иди здесь, и сиди. Господи, здесь как она громко разговаривает. Иди здесь и сиди со мной. Давай. Мне, видно, у тебя неудобно, видишь, она удобно. Язык высовывает. Слышь меня, я тебе не буду завтра дарить маме, дорми ко мне. Все, хату засрала, а потом спишь с ней. Хату вот засрала, потом ты идешь спать к ней. Угу. Давай, Карло, напусти ты тело. Да. Тихо, тихо, не заходи с собакой. Накупили. София, подожди, пока они там идем. София, иди сюда. Давайте, скорее, идем туда, идем, София. Пройдемся. Конкане по интраре. Волосо, пьяно анузаре. Держи собаку. Пьяну, дизель. Но, так нет. Что, с ума сошла, блядь? Блядь. Закупились, сейчас София в холодильник положит. Мяско. Она хочет, дай ей кусочек. Ну, дай ей кусочек. Нет, все, давай, теперь не давай, Байкал идет. Боже, я с этих собак бояться стала, капец как. Сейчас... Короче, Карло вас специально позвал, чтобы ему Джордж эрбу порезал, траву нарезал. Джонни! Море. София, твоя Шанель, смотри. Карло, Шанель, но и Севеда, не Анки. Да, да, их надо. Да, 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 все, все. И они потом мне ванно контро. Да, надо. Все, домой заходим, детский сад. Заходим домой. Включаемся. Пацаны, я сейчас этот самый сделаю эту траву порежу. Карло, мам, как бой де ла Романия. Браво, море. Я салат взяла. Амори, а ты себе битуата оки о казаре на фаре? Какая-то сядь черная от этого пола. Мама, иди смотри. Ты черная. Мама. Я не умыла. Марина, посмотри, Джорджа. Давай мне телефон уборца. У меня не телефон уборца. София притащила такие вот эти самые цветочки. Не знаю, не поняла. Подарили. Она ты мне... спеть, 20 евро на Лидере. Ей подарили, это когда 20 евро в Лидере. И ну, платишь, ей подарили много. Ну, типа 20 евро и дарят подарок. И это. Си, не поняла, ну, как садить. Бил хороший мужчина, что мне дал 10. Молодец, мужик хороший, говорит, дал 10. И там, короче, есть земля, говорит, эту землю с другой землей надо. No, questa terra la metti nel bicchiere, con l'acqua. Я поняла, с водой, ну ладно, потом покажешь. Когда вырастет, там, типа, помидоры. Я тебе хочу на сторию, море, спета. Мама, давай мне телефон, борцетта роста, сула седжула. Вообще, я вообще не могу понять, как ты можешь сюда приезжать к нему с... Почему? Я хочу быть красивая. Здесь не надо быть красивой. Закрой фенестру, говори. Си. Я хочу на тебе на видео. Короче, так много людей. Нас так много. Иди сюда, моя девочка. Сейчас там порежут землю. Папа специально она пригласила, чтобы Джордж ему этот самый... порядок навел. Не работает, неделю не работает. Чем занимается, я не знаю. Да, я тебя умыла. Умыла тебя. Умыла тебя немного. Папа, я тебе привезла шампунь и кондиционер. Собаки. Союз. Она будет после этого приводить чувства. Давай, Джо! Шампунь и кондиционер. Это у меня получается уже... второй месяц. Ну, я ее не читала. Сейчас я читала, там девочки тоже говорили, что они чаще моют летом. Макопа. Да, о, моя хорошая. А, надо сыр убрать этот.
Дальше! Я Байкала боюсь, у меня много мозги, нет помню. Брави! Нравится тебе бензин, а мне красный нравится. Потому что... Жанна, черная. Вот тебе шампунь я положила, это не смогу. Девочки, все сидим дома, ждем, пока порежет траву. Карла бороду побрил. Я так вот хожу, смотрите, и Байкал за мной ходит. Ты просто ничего делишь, ты хочешь ругаться, да? Нет, я хочу просто, чтобы быстрее траву порезали. Моя любимая девочка, как же я тебя люблю, как я жила без тебя все это время. Моя красавица. Все, порезали траву. Я отсюда ручку сняла, потому что Байкал ставит лапу и открывает дверь. На Веспа. Я думаю, что в Карле поменял? Карла бороду, элеватала барба. Матья Морсовна?